Через 2 дня у моей мамы день рождения. Ой, это я мелкий. Но подарка нет. И чтобы не краснеть, как в прошлом году, в этот раз я решил сделать для нее кое-что особенное. Все-таки я у мамы ювелир. И хорошо знаю, что она носит белый цвет металла и обожает зеленые камни. Поэтому, по моей задумке, мне понадобится 2 согнутые палочки, куча маленьких кастиков и 2 стильных английских замочка. А самым трудным из всего этого оказался кастик 2 на 2 миллиметра, который должен держать маленький камушек. Переделывал я его, блин, 5 раз. Мучился, но все-таки добился идеального варианта и начал припаивать его к основе вместе с другими кастиками. Получилась вот такая заготовка, которую я доработал круглыми борчиками и маленькими надфилями. Хорошенько все отполировал и закрепил камни. Ну что, в итоге я сделал вот такие асимметричные серьги с натуральными хризолитами.